Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман, видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я никого ни к чему не принуждаю, ничего не рекламирую, я только рассказываю, где зарабатываю, куда лично инвестирую. Если вам интересны все проекты от топовых админов, проекты без вложений, в каких направлениях я двигаюсь, очень рекомендую подписаться на мой новостной телеграм-канал, он на английском, ссылочка будет в описании, будет очень много там полезной информации. Вот, вы ничего не теряете, только немножко, пару секунд своего времени. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. Вот, что касается данного проекта, я его не выкладывал на телеграм-канал, поскольку этот проект русскоязычный. Там у меня больше, так сказать, мультиязычная аудитория. Вот, ну, возможно, мы там как-то это все оформим, если там добавятся языки. Сейчас, можно сказать, первое видео знакомство с самой платформой. Об этой проекте еще будет и не один ролик. Сейчас мы просто все изучим кратенько. Почему сейчас так? Потому что тут даже еще проект не стартовал. Я покажу, как пополнять. Пополнение делать можно, но открывать депозиты, то есть приобретать персонажей, можно будет только через 5 дней. Сейчас дам информацию, кто админ. Тут очень хорошая администрация, почему я этот проект выбрал. Вот, конечно, я понимаю все риски, риски во всех инвестициях есть, это также нужно понимать, то есть то, что там не нужно там брать там кредитные средства, там последние и так далее. Я буду сюда заходить на свободные, тут у нас есть языки, вот такая вот языковая панель, но проект сам пополнение тут в рублях, и если не ошибаюсь, возможно, в дальнейшем будет и доллары, добавят и криптовалюту. Вот, если вы не понимаете, какой курс к рублю, если вы все рассчитываете в долларах, то просто можно воспользоваться таким кошелечком, как Payeer. Я оставляю ссылочку в описании под каждым роликом. И, кстати, Payeer очень классная функция появилась, то, что его можно пополнить через любую крипту. Там уже есть и Matic, и USDT-шка BEP20. Можете просто доллары перевести на Payeer, обменять их через обмен, либо же через какой-то обменник, и уже за эти деньги уже приобретать персонажей. Вот такая есть возможность. То есть, если вы с другой стороны, вы абсолютно в любой точке мира можете это сделать. И тут как бы пока что вот так. Вот такая вот статистика тут есть. Давайте вот посмотрим. Уже пошли первые пополнения. И сейчас дам информацию, кто админ. Так, значит, кто тут админ? Админ не скрывает своего лица. Хочу вам это рассказать, то, что он работает, у него есть свой мониторинг. Вот, кстати, этот логин. Он работает в открытую, вживую. Вы можете с ним пообщаться, есть очень хороший чат. Из-за этого всего, то, что он с многолетней репутацией, и все его проекты работают хорошо на репутацию, благодаря этому всему я решил не пропустить этот проект. Потому что, как я говорю, очень многолетняя репутация, и этого человека очень хорошо знают, мне написали через личку, через знакомых. В общем, очень хороший, могу сказать, что вообще проекты, администрация, и мы надеемся, что мы тут очень хорошо заработаем, и не будет такого случая, там, какого-то быдлоскама, или там, как в некоторых есть там проектах, где туда заходишь, и там непонятно что, пополняешь, и там через некоторое время неизвестно, как оно будет идти, как развитие пойдет, как что. Это тут, по крайней мере, хоть можно знать, что будет какая-то честная работа. Будем надеяться. Но риски, конечно же, в любом случае есть. Так, я буду сейчас сюда пополнять. Так, тут есть промокод, тут есть вот моя партнерская программа. Можно же сделать... Так, где здесь пополнение? Давайте я сейчас найду. Ага, вот оно. Вот, можно только пополнить. То есть, только пополнить можно. Нельзя еще покупать героев, когда я нажимаю покупать героев, но это все мы уже в следующий раз разберем. Тут также можно без вложений зарабатывать ежедневный бонус, в общем, всякие тут, ну, это, конечно, ни о чем, но пополнение тут будет как происходить. Уровни будут доступны только на 500 рублей. Давайте я просто тестовый покажу, как все пополняется. Я сейчас не могу пополнять там на 500 рублей для начала. Я после старта уже этим всем займусь или на днях. Вот сейчас я просто так проверить все, как работает. Вот, а уже как будет там перед стартом, когда уже можно будет делать пополнение, тогда я уже пополню на более серьезную сумму. Вот, а сейчас пока что все у меня есть, вот, для теста, вот, пополню. Когда уже у меня, как я говорю, там, поменяю USDT-шку, все, и зайду уже
Вообще планирую сюда заходить на 50-100 баксов. Дальше может больше, потом может и на 500, и на 1000 баксов. Все будем смотреть и изучать. Вот, пока что проект находится, вот, еще не стартовал, поэтому такие вот суммы. Вот, так, все, мы это все рассмотрели. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть в профиле. Вот, у нас тут есть, я так понимаю, что злодеи наши будут, нашу доходность уберегать как-то, или что, я не совсем, конечно, разобрался, как я говорю, или у них доходность выше, бонус, я так понимаю, это бонус, честно, не разбирал еще весь маркетинг, как я говорю, сейчас только знакомство, потому что проект еще не стартовал. Вот, мне написали, что очень хороший администратор. Так, тут нужно нажать на вот этот вот баннер, нажать на link slot, и после этого можно получить бонус. Ну, вот так даже можно потихонечку прокачивать своих персонажей. У меня тут уже пошли какие-то единицы. У меня тут уже что-то тут пошло. Вот, также есть тут промокоды, автореферал. Вот это все можете изучить. Вот, и я считаю, что игрушка очень интересная. Прям очень. Тут можно реально в ней начать с небольшой суммы. Там буквально, там, ну что такое 500 рублей, там 10 баксов. Начать там с минимального и выйти уже на хорошие доходы. И доходность тут небольшая, но это, как мне говорили, что хотят, ну, прям на очень долго, там, не на один месяц, я так понимаю. Хотелось бы, чтобы и не на один год. Очень все это долго прокачивать персонажей, как когда-то вот были там фрутмани, там мотормани. Вот, если тут не один месяц развиваться, прокачивать и увеличивать свой заработок, сложные проценты, можно будет очень неплохо заработать. Вот, ссылочка будет в описании на телеграм-канал, на сайт, все посмотрите, изучайте. Ну и никогда не забывайте о рисках, вам побольше профита и до новых встреч.